вообще была очень хорошая школа, полученная мною от наших мэтров якутской профессиональной музыки. Мне просто посчастливилось пообщаться с каждой из них и поработать с каждой из них. Это Галина Михайловна Кривошапка, Евгения Алексеевна Байшева, Полина Костина Розинская, Захар Степанов. Я просто вот, видимо, когда была молодым музыковедом, я не до конца понимала, может быть, какое-то счастье общаться с ними. У них было огромное чувство долга. Это были очень скромные люди, которые работали не за деньги, они работали вот за идею. Они работали, ну, во имя, наверняка, культура для якутского народа. И вот это, наверное, для меня очень ценно. Татьяна Павлова-Борисова, будучи известным якутским музыковедом, музыкальным критиком, публицистом, ученым-исследователем и писателем, является автором около 400 трудов, в том числе имеет более 20 книг о музыке, театре, культуре и искусстве Якутии. Каждое ее произведение – это рассказ размышления об особенностях развития якутского музыкального искусства и о личностях, с которыми ее сталкивала жизнь. Глубокий след в душе нашей героини оставили выдающиеся женщины-музыканты Якутии. Хормейстер Феврония Баишева, оперный режиссер Анна Егорова, певица Анастасия Лыткина, Надежда Шепелева, Онегина Ильина, пианистка Полина Розинская. Особое впечатление Татьяна Владимировна получила от общения с заслуженным деятелем искусств РСФСР, дирижером Галиной Михайловной Кривошапко. И Галина Михайловна всегда говорила, я помню ее интонацию, голос: «Танечка, запомните, пожалуйста, что ни один ваш труд не пропадет, что все обязательно вам вернется, пусть потом, но вы работаете, 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 и все у вас получится». Я вот помню, что она говорила: «Ни один ваш труд не пропадет в этом мире, в этом времени, все обязательно раздастся с туриц». Первой книгой, которую мне подарила мама, когда я была учащейся музыкальной школы, это была вот ее книга «Якутская музыкальная культура». И она написала замечательные слова моя мама, что, может быть, она так меня запрограммировала, что учись и люби музыку. И когда я показала вот эту надпись Галине Михайловне, она прямо просто была как бы впечатлена тем, что я буквально там с 8 лет хожу с этой книгой под мышкой. Когда я к ней пришла, она тоже мне написала очень хорошие, теплые слова. И когда вот у меня бывает такая ситуация, что мне грустно, что не получается. Ну, я же обычный человек, у меня есть как бы тоже свои проблемы, какие-то трудности. Я просто открываю эти страницы и понимаю, что тот заряд, который вот мне дали эти якутские музы, я потом написала книгу о каждой из них, включила разделом, то, что это вот очень помогает по жизни. И я как бы, получив из их рук благословение, вот стараюсь, может быть, оправдать это доверие, тот огонь, который они передали мне, потому что я чувствую какую-то определенную моральную ответственность. Сейчас со временем я понимаю, что в этих словах вот есть девиз их жизни, который я получила, который я вот от них приняла, и это вошло в мою суть, и я работаю. Прежде чем Татьяна Владимировна ступила на большой музыкальный путь, судьба внесла свои коррективы. Она решила распорядиться по-своему и весьма необычным способом. Я думаю, что эти вот 7-8 лет, которые я провела в музыкальной школе, они пролетели быстро, и я вдруг осознала, что музыка-то вот кончилась, да, потому что 8-8 класс нужно было, вот я заканчивала, да, нужно было определяться с профессией. Я помню, что в этот год меня папа, он связист, определил в детский пионерский лагерь, так он назывался, связист. Это было еще тогда советское время. И я училась, то есть проходила обучение в этом лагере. И вдруг мне звонят: вот приемные экзамены, как ты будешь поступать? Я же пообещала преподавателю, как я могу не пойти, не сдать экзамены. Я пошла, отпросилась там на какое-то время. Папа меня привез, я зашла, сыграла, там, написала какое-то музыкальное эссе, рассказала, сдала какие-то экзамены. Я уж не помню в деталях,
Ну, уехала обратно в этот лагерь, закончила сезон, пошла учиться в 9 класс, физико-математический класс 29 школы. И вдруг узнаю информацию, что, оказывается, меня из этого музыкального училища ищут, что студентка поступила, потерялась и не приступила к занятиям. После небольшого переполоха и некоторых душевных колебаний, разрываясь между общеобразовательной школой и музыкальным училищем, а наша героиня пыталась совмещать эти два учебных заведения, юная Татьяна все-таки определилась, сделав выбор в сторону искусства. Я поступила как пианистка в класс Майи Ивановны Ивановой. Это тоже очень известный якутский музыкант, пианист-педагог. У нее очень такая известная школа. Она сформировала очень многих пианистов-педагогов. И можно говорить прямо о целом направлении, созданном ей воспитании педагогов детских музыкальных школ по фортепиано. С легкостью я вошла в этот контекст. Для меня не вызвало затруднений. И чем дальше, больше я там познакомилась с преподавателями по теории, по истории музыки. И особенно хочу выделить Людмилу Георгиевну Ильину. Вот за что я очень ей благодарна, за то, что она пробудила во мне интерес к якутской музыке. Музыке якутских композиторов, к народной музыке. И очень убеждала, что да, профессия пианиста, она, конечно, очень нужна, но эта профессия вот такая, как бы практическая. Но у нас вот не хватает музыковедов, и хорошо, если ты будешь это все дело как-то вот совмещать, и я думаю, что тебе это не помешает. Так, в 1988 году, закончив сразу два отделения Якутского музыкального училища, фортепианное и теоретическое, Татьяна Павлова-Борисова продолжила свое обучение на теоретико-композиторском факультете в Новосибирской государственной консерватории имени Глинки, где с первых дней учебы занялась вопросами музыкально-этнографического аспекта в обрядовом фольклоре эвенов Якутии. И получается, что начиная с первого курса я уже ездила в экспедиции, по Сибири, вот в Ханты-Мансийск, в сибирские регионы, потом на север Якутии. Я все время собирала материалы экспедиционные вот по теме моей сначала реферата, потом курсовой работы, потом дипломного исследования. И как бы после защиты, когда случилась у меня защита дипломной работы, комиссия сказала, что нужно обязательно эту тему развивать, потому что она совершенно не исследованная, белое пятно. И как раз писался большой учебник «История музыкальной культуры Сибири». И вот нам, молодым выпускникам, аспирантам, прямо предложили тему исследования, взяли даже на работу. Я счастлива, что мне предложили в стенах консерватории лаборатории Юрия Чашинкина заниматься культурой эвенского народа. Я тогда была очень, как бы скажем, не то, что оторванная от жизни, я ездила в стада и общалась с представителями этого народа. То есть это была такая романтика. С диктофоном в руках, на перекладных, на каких-то байдарках. Там совершенно другая жизнь, это другое измерение, это другая планета. Это люди, которые имеют свой взгляд, свои культурные ценности. И ты приходишь к ним и должна суметь так общаться, расположить к себе, чтобы эти люди открыли свое понимание жизни, потому что их песни — это их философия, это их культура, это то самое ценное, с чем они приходят в этот мир и оставляют его своим детям. Экспедиции, конечно, это было очень необычно и интересно, потому что, когда ты выезжаешь в экспедицию, ты погружаешься совершенно в иной мир, в другую реальность. Это как, вот, наверное, полет в космос, потому что мы, например, выезжали в Югру, в Ханты-Мансийск. У нас было первое такое задание, первая моя экспедиция, которую я очень хорошо запомнила. Потому что вот ты приезжаешь совершенно к другому народу. Они живут практически вот как наши коренные народы севера. Вот у себя достаточно закрыто. И вдруг кто-то сваливается, допустим, к ним на голову и начинает говорить: «Спой мне то, спой мне эту песню». Ходит за ним с магнитофоном. Ну вот представьте себя на месте носителя культуры традиционной, да, у которого есть график жизни, у которого выпас, допустим, оленей, которому нужно провести какие-то хозяйственные работы. И вот, допустим, приезжает такая вот экспедиция, начинает, грубо говоря, приставать, пытать и лезть в душу. Поэтому нас всегда учили, что нужно найти общий язык с
информантами, нас учили заполнять дневники, как, то есть специально готовить опросник заранее, читать об этой культуре, о ее носителях, об особенностях музыки, которую мы едем изучать. Это все фиксировалось на диктофон. И, конечно, вот нужно было найти подход к этим людям. Простым, обычным людям, которые, тем не менее, это обычно были пожилые бабушки, дедушки. Когда я работала, все меня спрашивали, почему ты занимаешься вот культурой коренных волчиц и белых сидов. Мне казалось, что я так удивлялась, говорю, а почему нет? Это же так интересно, заманчиво и необычно прикасаться к тому, вот где совершенно целинный пласт, где никого не было, где все, что, вот чего ты касаешься, да, все буквально носит такое ощущение раритетности. И самое печальное, что в этих культурах очень много подвергается редукции, то есть уходу, утрату бесконечному. Если, допустим, письменная культура, она фиксируется и передается из поколения в поколение в книгах, в нотах, в статьях, в стихах, то устная культура, если ее вовремя не запечатлеть, не зафиксировать, не делать слепок, она уходит безвозвратно. Татьяна Владимировна, мы от всей души благодарны за то, что он для нас, для Ивана сделала. Мы для вас сейчас поем песню. Это вот сейчас, да, спустя почти 20 лет, у нас здесь в Арктическом институте ведется большая работа по сохранению, по фиксации, по систематизации этих данных, да, вот исполнителей фольклора. В связи с тем, что Аланхо стала шедевром нематериального наследия человечества, тоже очень большая работа проводится всеми исследователями. А в тот период, в 90-80-е годы, когда была перестройка, когда мы переходили на новые экономические отношения, мы как-то забыли о культуре, мы немножко забыли, может быть, об этих людях, которые, тем не менее, были нашими современниками. И я рада, что была в этих экспедициях и сумела с каждым из них пообщаться. Я бы очень хотел, чтобы вы все-таки эту тему продолжали, вас помнят, знают. Тема остается актуальной. Действительно, фольклор народов, наших народов Севера, в частности, Эвенского, это неисчерпаемый кладезь. Где бы ни работала Татьяна Владимировна, будь то Высшая школа музыки или Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, она всегда руководствовалась главной своей духовной ценностью – творчеством. Ведь именно оно является той самой деятельностью, которая порождает нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее. Не было каких-то жестких стандартов и был очень такой большой творческий подход для вот работы. И мы для примера брали какие-то российские образцы, ну как это делалось в России, и просто применяли на практике здесь у нас, в Якутии. Вот. Именно тогда на арену вышли вот сейчас ныне очень широко известные учреждения искусства, как, например, ансамбль «Туймаада», Государственный ансамбль скрипачей. Филармония возникла тоже не так давно. Позвольте вручить вам наш букет, приветственный адрес. И ну, такой вот один из первых знаков, это серебряный знак филармонии Якутии. Тираж маленький, поэтому уже раритетный. Ну и там еще вторая часть у нас. Очень помогает и окрыляет, что, оказывается, это востребовано населением, читателями,
учащимися, потому что многие мои издания уже используются в учебной деятельности. Ко мне неоднократно поступает предложение писать учебники, какие-то методические пособия. И вот как бы в процессе все мои книги, они возникали как моя реакция на какую-то потребность. Все то, что я вижу, наблюдаю, оно как бы не просто так, это все где-то откладывается вот здесь, потом возникают определенные мысли, которые потом вот выходят из-под моего пера и фиксируются на бумаге. То есть я вижу в этом какую-то определенную миссию. И когда приглашают на радио, телевидение, я всегда с удовольствием рассказываю, пропагандирую как о якутской музыке, так и в целом о музыкальной культуре. И думаю, что музыка во многом украшает, помогает людям, украшает их жизнь. Что это вот такой камертон, который нужен всем нам, чтобы наше общество было гармоничным, и что музыка — это определенная система знаний, которая необходима многим из нас, и многим она дает вот как бы направление в жизни. Поэтому я максимально призываю всех любить музыку, обращаться к ней, когда на душе радостно, когда на душе не радостно, что музыка помогает жить и выживать в наше время. Говорят, что музыка – истинная всеобщая человеческая речь. И действительно, язык музыки понимают все, ведь только этот вид искусства, являясь одним из прекраснейших и лучших даров Божьих, способен украсить нашу повседневную жизнь, вдохнуть в нее свежий глоток воздуха и сподвигнуть на необычное, но вместе с тем прекрасное восприятие жизни, особенно если оно исходит из самых глубин детского сознания. Самое счастливое воспоминание моего детства – это мои родители, это мой папа. Ощущение, когда ты маленькая и находишься высоко-высоко на его крепких руках. У него был мотоцикл «Урал», такой зеленый, и когда он ездил по делам, он меня сажал в люльку, клал шкурку какую-то меховую, я там сворачивалась калачиком, и чтобы не дуло, он меня закрывал брезентовой такой, как бы накидкой, укрывашкой. Там были такие дырочки, и прямо вот у мотоцикла были такие пимпочки, за которые он эти дырочки вот туда одевал. Я лежала, свернувшись калачиком, и смотрела вот в эту дырочку. Это был как бы мой взгляд мира, да, я видела там то автобус приезжал, то собака бежит, да. И вот ощущение, что ты лежишь, тебя вот качает на этом, в этой люльке, которая едет, да, вот как будто вот в теплых руках, когда вот мотоцикл поворачивает, прямо вот так вот поворачивает, когда вот сейчас я на машинах езжу, это ощущение вот физическое поворота, у меня вот такое прямо захлестывает ощущение счастья, что у меня папа был, что это счастье, что он меня любил, что он меня видел, и это вот очень помогает мне жить. Увидеть в обычных вещах непростое дано, пожалуй, только чуткому человеку, тонко и остро чувствующему бытие. Только такой личности подвластны и вдохновение, и прозрение. В подобном творческом порыве легко поймать свою мелодию. И тогда начинает звучать своя музыка жизни. И на работе, и в семье. Как музыка является одним из чудес света, так и семья – один из шедевров природы. Нет музыки слаще, чем ангельские голоса детей и нежный шепот любимого человека. Моя семья – это мой тыл, опора, место, где я черпаю свое вдохновение, где ощущаю поддержку. Мой супруг Борисов Адриан Афанасьевич, он достаточно известный в научных кругах, ну и вообще в республике историк, доктор исторических наук. Он занимается вопросами якутского средневековья, якутской национальной идентичности, работает с архивными документами. У него интересные разработки с точки зрения изучения вот якутского национального лидерства. Знаете, мне с ним очень интересно, потому что я нахожу отклик, скажем так, в его работах,
мне интересно с ним общаться. И, наверное, смешно, когда утром за чашечкой кофе мы обсуждаем, действительно обсуждаем какие-то определенные культурные, исторические, научные вопросы, проблемы. Когда я с ним познакомилась, у меня было такое чувство, что я его очень давно знаю, что это мой человек, что мне с ним интересно. Ощущение, что за спиной, ну, не скажу так громко, крылья, да, но такое вот очень крепкое чувство, что ты стоишь на своих двоих, что у тебя вот опора под ногами, это моя семья, это мои родители, родственники, которые помогают, поддерживают. И за это время, ну, я так скажу, что у меня появились очень много друзей, коллег, помощников, сочувствующих, которые, оказывается, знают о моей деятельности. Книга Татьяны Павловой-Борисовой «Якутские музы» – это не просто очерки о выдающихся женщинах-музыкантах. Это олицетворение одухотворяющего начала представительниц творческой интеллигенции. Задача автора состояла в том, чтобы показать преданность и верность делу всей их жизни, раскрывая огромный творческий вклад, внесенный в развитие якутского профессионального музыкального искусства. На становление самого же автора повлияли многие из них, особенно Феврония Байшева. Многие из них, уходя, вот, например, как Феня Алексеевна Байшева, да, так получилось, что у нас в республике мало профессиональных оркестров. И когда она слагала с себя полномочия руководителя хорового общества в Якутии, она просто вот вызвала меня к себе домой и сказала, что вот так вот и так, что я почти полвека этим занималась, но вот у меня уже сейчас нету сил. Причем она была очень рассудительным человеком. У нее все шло по плану. И когда это все случилось, когда вот она вот буквально меня поставила перед фактом, что надо брать, нужно консолидировать, нужно вести организаторскую работу, связываться с Москвой, встраиваться в русло общероссийского хорового общества, находить свое место, контакты устанавливать, заниматься хоровым пением у детей, самодеятельной хоровой музыкой в лусах, помогать коллективам выезжать на фестивали, ну и просто вести информационную, методическую работу. Я сказала, но я же не хормистер, она говорит, ну, все впереди, и вообще ты музыкант, и это самое главное. А мои соратники тебя поддержат, объяснят, помогут люди с опытом. Вот, и я благодарна хормистерам за то, что они меня в свою семью приняли. Я теперь очень люблю это направление работы, потому что вижу отдачу, вижу большое воспитательное значение и значение хоровой музыки для музыкальной культуры, в том числе детской, юношеской, потому что хор это, ну, пожалуй, одна из единственных очень доступных и демократичных видов музыкального развития, воспитания населения. Действительно, песня помогает по жизни людям, она помогает в трудную минуту, поэтому мы должны обращать внимание и заниматься вот именно этим направлением.